На прилавках новосибирских магазинов сегодня нет дефицита морепродуктов. Вот только найти действительно качественный товар сложно. Новосибирские общественники проверяют продовольственные магазины. Кусочек рыбы, пожалуйста, покажите, вот он. Филе, да, филе окуня, покажите, пожалуйста. Морепродукты покрывают ледяной глазурью специально, чтобы они хорошо хранились. Но по правилам льда в рыбе должно быть не больше 5% от общей массы. У нас же это правило нарушают. Вы знаете, снег? 40% знаем. Нет, 5%. Нет, ну вот, допустим, если есть сухая заморозка, тут льда нет, вот на кейке налетает. Ну вот здесь вот, вот это вот, вот здесь вот будет больше, я думаю, действительно, реально 40% мы видим льда. Это же потом взвесьте покупателю, взвешивайте, а он придет домой, это все растает. И естественно, что будет продаваться, это не масса нетто, а будет продаваться... Выдайте молодым людям пакетик хотя бы. Значит, мы платим за лед по цене рыбы. Президент фонда по защите прав потребителей отмечает, что жалобы от граждан на такой обман поступают часто. А если вы уже купили, разморозили, ну, теоретически, если у вас есть пакет и есть чек, на котором, ну, вы видите разницу между тем, что намерзло, и тем, что вы покупали, и документально она подтверждается, потому что уже, понятно, вы никакую экспертизу сами не проведете, если документально подтверждается, можете обратиться с претензией. Но если рыба уже пожарена, то остается только сожалеть о деньгах, потраченных на воду, так что будьте внимательнее в магазинах и обращайте внимание на массу покупаемой рыбы.